На протяжении уже не одного года Словакию и Брещину связывают крепкие, теплые, доверительные отношения. В подтверждении тому приезд многочисленной делегации. Порядка 30 человек, несмотря на сотни километров, которые разделяют наши города, приехали, чтобы встретиться с руководством областного центра, оценить эффективное сотрудничество в рамках побратимских отношений и в прямом смысле окунуться в колорит национальной культуры Брещины. Цель нашей поездки – встретиться с Брестским районом и подумать о сотрудничестве между нашими деревнями, между деревнями Беларуси и Словакии, и подписать договор. И, возможно, не маленький цель, но тоже хотим представить нашу интересную фольклорную группу «Лелия». Хотим, чтобы тоже деревни нашего района Гумене в культуре, в спорте, в туристике, в экономике, в образовании. Просто этих сфер есть очень много, где два близкие славянские народа, как Словакия и Беларусь, могут сотрудничать. По итогам сотрудничества за 2018 год внешний товарооборот Бреста со Словакией составил порядка 6 миллионов долларов США. Экспорт насчитывает 877 тысяч долларов США. В результате темп роста экспорта 124%. У нас подписано побратимское соглашение между администрацией Московского района города Бреста и городом Вранов-на-Топлев. Здесь уже мы давно работаем во взаимосвязи с учреждениями образования, в культурной сфере, в спортивных мероприятиях, ну и также уже экономический блок тоже начал работать и очень активно. Уже сегодня товарооборот между городом Бреста и Словакией присутствует в размере чуть более 200 тысяч долларов США, а в среднем по году внешнеторговый оборот между Словакией и городом Брестом составляет порядка 6 миллионов долларов США. Позитивная роль побратимства в обеспечении устойчивого развития между Брещиной и Словакией является образцом народной дипломатии. А обсуждение дальнейшего перспективного сотрудничества – неотъемлемая часть и без того теплой беседы, ведь гости из Словакии давно стали родными людьми.